поздравляем Алексея Ивановича с его очередной мастерской. Желаем ему счастья, здоровья, чтобы еще долго-долго нас радовал своими постановками.
Спасибо. Вот сейчас будет еще один танец. Но каждую мастерскую у нас бывает что-то новое. Иногда мы приглашаем гостей, иногда еще какие-то эксперименты устраиваем. В этот раз у нас такой эксперимент крупный, потому что мы в этот раз не пригласили нашего дорогого друга Бориса Равимовича Ефремова, чтобы он аккомпанировал. А как вы можете сегодня понаблюдать, что в аккомпанементе к танцам участвуют наши студенты. И это благодаря работе, такой тоже напряженной работе, Андрея Сергеевича Каргополова. И он сейчас назовет тех, кто аккомпанировал в первом танце, и кто будет аккомпанировать во втором. Потому что на все танцы разные группы. Да. А у нас, как обычно это бывает в народной среде, все фольклорно и непредсказуемо. И как у нас, вот, я могу здесь подыграть? Слушай, она будет, не видишь, говорит, да, ну давай подыграем, значит, в этом. И тут больше, наверное, благодаря не только кропотливой работе, но и больше таланту нашей народной кафедры, у нас все умеют на всем играть, и чем старше курс, тем меньше поют, но зато больше играют. Итак, второй танец это «Урал», «Верхотурская заметелица», «Круговая кадриль», и у нас участвует уже 5 пар. Это город Верхотурье, Свердловской области, постановка Натальи Емельяновой. Ну, Наташа, так получается, что вот уже к четвертому курсу, я не знаю, Наташа, ты сколько танцев поставила? 2? Нет, что так выходит, что как-то тоже, как вот сказал Андрей Сергеевич, тот, кто проявляет инициативу, тот ставит по нескольку танцев за 5 лет. Потому что, как вы видите, студентов много, а танцев мы танцуем не так много. Хотя репетируем гораздо больше танцев, чем показываем. Вот, но Наташа вот в прошлом году показывала танец, который она репетировала, и сейчас она показывает. Просто это очень важно. По какой причине? Что могу всем вам сказать, что вам придется с хореографией работать обязательно. И довольно-таки большая часть наших студентов не только сами исполняют, но они являются и постановщиками. Потому что хореографов, специалистов по фольклорному танцу очень мало, и поэтому большая часть наших выпускников является потом постановщиками своих коллективов. Так что любите предмет народный танец, осваивайте и ставьте танцы как можно больше. Народный танец у меня. Хорошо, спасибо. Итак, Верхотурская заметелица.
особенно от мужчин. Я сам вот танцевал и помню, как у меня на съемках в 93-м году танцевал его Андрей Сергеевич Кабанов, Владимир Скунцев и так далее. И там все время были ошибки, потому что он требует большой и физической силы, и внимания, и умения. А сейчас, да, я предлагаю, что в нашей вечерке, которая будет после чаепития, именно станцевать этот танец. Он очень интересный, и еще его интереснее танцевать, чем смотреть. А сейчас мы приглашаем на сцену второй курс, ансамбль «Прибабушка», и я передаю микрофон Таиповой Тане. Уважаемые педагоги, гости приглашенные, вами будет представлен танец Украины. Мы покажем ряд маленьких танцев Украины. Перед вами второй курс народно-певческого искусства совместно со вторым курсом кафедры сольного народного пения. И хотим представить, перечислить небольших ряд маленьких танцев, которые вам представят. Полька простая на четверть оборота, танец загала. Полька простая или по-другому вабета. Полька на две стороны. Полька кокетка или по-другому ойра киевская. И шумит и гудит село Атюша Коробского района Черниговской области. Пожалуйста. Сегодня первый вопрос президента был про Украину, так как это наши братья, поэтому мы в южной традиции решили, что мы можем танцевать и украинские танцы, тем более, что они очень похожи на танцы этого же периода в России. Вот, просто
вместе с украинскими танцами, которые Илья Фетисов собрал. Он достаточно молодой человек. И они продаются в Российском фольклорном союзе, их можно найти. Но вот ребята сейчас выучили с этих DVD-дисков украинские танцы. Итак, еще раз спасибо второму курсу. Нас радуют успехи наших учеников, порой больше даже, чем наши собственные. И успех выступления второго курса мы обязаны сегодня, то, что это прошло все удачно, преподавателю этого курса по народному танцу, моей любимой ученице Надежде Андреевне Григорьевне. Это первый год ее работы, я думаю, что вполне удачно. И сейчас эту украинскую сюиту, если так можно выразиться, продолжит ансамбль, который пригласили на нашу мастерскую. Это ансамбль «Казачьи песни и танца», «Русская воля». Они также исполнят программу, которую поставила Надежда Григорьева. Антипова совсем недавно, это я. Вот
поздравляем ансамбль «Русской воли», что они только вот на прошлой неделе вернулись из успешной поездки в Кувейт, где они представляли русскую культуру и имели огромный успех. Спасибо вам большое! И сейчас мы приглашаем на сцену наших младшеньких, то есть сейчас будет выступать первый курс. Алла Тихонова сама расскажет о том, что они будут делать, только я ее не вижу. Где? Надежда Андреевна, где Алла Тихонова? Что, ничего не нужно? Хорошо, выступают первый курс, они сами все сделают. Thank you.
четырех пар. Пришло всего лишь 6 человек, 3 пары. Он расстроился, думал, все, не получится кадриля, но участники ансамбля начали его успокаивать. Он, все будет нормально, мы и на 3 пары сейчас танцуем. Начали ему танцевать, он смотрит, так это же другая кадриль. Они говорят, да нет, та же самая. Присматриваюсь, и в точности говорят, та же самая кадриль. Только ходили они не линиями друг на друга, а по кругу. Вот мы сейчас вам ее покажем. Фигура первая! Рассыпала я малину! Надежда Андреевна Григорьева.
означает больше сдержанность, нежели чем то, что мы видели раньше Украину, даже Центральную Россию. И я не могу не сказать, что этот танец мы взяли из книги Андрея Андреевича Климова, который передавал вам всем огромный привет и наилучшие пожелания нашей мастерской. Это танцы «Север России». И сейчас следующий танец. Следующий танец, который объявит Дарья Шкатова. Здравствуйте, танец, который мы покажем сейчас, называется «Ланчик». Этот танец записан под Санкт-Петербургом в селе Яхново Ленинградской области. Это, можно сказать, классический вариант лансье, попавший в Россию из Франции и исполнявшийся в столичных салонах. Попав через отходников в русскую крестьянскую среду, этот танец, безусловно, приобрел типично русские национальные черты. И также в этом танце нам помогает студент кафедры сольного народного пения Никита Максим. Продолжаем сейчас
пятого курса, но я хочу сказать, что вот вы третий курс мы увидим еще раз. Они покажут еще один танец, и это будет карибский танец. Он будет завершать нашу программу. Мы часто берем танцы Карелии тоже. Они несколько отличаются от русских, но тоже очень интересные, познавательные. И тоже оказали большое влияние на территории русские, которые находятся рядом с Карелией. Но сейчас хотел сказать о том, что вот у третьего курса 3 часа занятия в неделю, 2 часа, они смогли подготовить уже 3 танца. Почему-то 2 часа академических. А у 4-го и 5-го курса всего лишь по 1 часу, то есть 45 минут в неделю. И за это время мы еще успеваем не только забыть то, что мы учили на прошлой неделе, но еще и выучивать по нескольку танцев. Итак, сейчас выступает ансамбль 5-го курса. Будет что-то? Да. И этот танец нашла постановщик этого танца. Это Кашаева Светлана. Здравствуйте, ансамбль «Разноцветье» представляет вам кадриль Бацармача села Боговоявление Семеновского района Нижегородской области. Мы взяли эту кадриль из книги «Традиционные танцы Нижегородской области», составитель Грановская. Записана кадриль была в 1999 году Грановской и учениками православной школы Семеновской. Все? А, стоп! Нам помогают очень любезно. Во-первых, мужья Алексей Мусатов, Надя муж. Миша Тихонов, Настя муж. И студенты 4-го курса. Чужой муж. Илья Соболев. И Антон Корнин. Ничейный муж, кстати, обратите внимание. Пожалуйста, 5-й курс. Thank you.
последний номер нашей программы. Я хотел бы все-таки сказать, что не только учителями нашими являются народные исполнители, и мы стараемся все-таки исполнять аутентичные танцы, но также нашими предшественниками и великим предшественникам были такие мастера, как Андрей Андреевич Климов, о котором я уже сегодня говорил. И сегодня день рождения, я хотел бы об этом тоже сказать, великого русского хореографа, создателя школы русского народного танца Татьяны Алексеевны Устиновой. Я ее очень тоже знал, и она была просто необыкновенная, удивительная женщина и удивительно одаренный человек. И еще я хотел бы сказать перед последним номером, что Андрей Андреевич Климов просил вам передать, что он приглашает вас 21 декабря в 14 часов в Центральный дом работников искусств, и там будет состояться праздник русского танца в честь Мир Михайловны Кольцовой, руководителя ансамбля «Березка». Такой будет код. Придете, скажете, что вы из Университета культуры и искусств к Андрею Андреевичу Климову. И вас должны пропустить. Итак, пятый курс. Я передаю слово. Ой, третий курс еще раз. Передаю. Коллектив создан в 1961 году. Талантливым балетмейстером Хельми Мальми. В 1973 году эстафету руководителя приняла талантливый балетмейстер Виола Мальми. И сейчас, с 1987 года, руководит этим коллективом Андрей Анисимов. И в нынешнее время. В репертуаре коллектива игры и песни коренных народов Карелии. Карелов, вепсов, финнов. Коллектив работает в жанре фольклорно-бытового танца. Мы постараемся вам показать, ну, хотя бы примерно то, что получается делать у них. Итак, Рибату. Приветствуем!
для этого танца. Сейчас я просто объявлю, что в нашей дальнейшей программе, как всегда, третий курс тоже приготовил чаепитие, которое ожидает нас всех, для того, чтобы мы могли поделиться своими впечатлениями о том, что сегодня увидели в 130-м классе в этом корпусе. И после этого будет, как я надеюсь, что охрана нам позволит, в фойе нашего корпуса будут танцы, танцевальная вечерка, приглашаем всех. И сейчас еще что-то третий курс хотел сказать. Уважаемый Алексей Иванович, большое счастье вас учиться от лица всех студентов. Потому что мы учимся друг у друга. Спасибо. Алексей Иванович, книги, диски. А, хорошо, спасибо, да. Потому что информации очень много. Просто обращались с просьбой приобрести прошедшие мастерские, в смысле видео. И я не достал сейчас. В этом году вышла книга «Чухламского фольклора», где большой раздел посвящен хореографии. Автор ваш покойный слуга Алексей Шилин. Ее тоже можно будет приобрести в 130-м классе у Надежды, у Анастасии Тихоновой. Настя, помаши руками. Вот, так что в 130-м, кому нужно, можете эти диски приобрести в 130-м классе. Всем еще раз спасибо большое. Через полгода мы вас ждем на новом мастерской. Я вас ждем. Пока.